Здравствуйте, дорогие друзья. Хайлу, великий день. Мы его отмечаем в Цфате, волшебном городе, городе мудрецов, городе, в котором вообще все дышит духовностью. Вернемся к Хайлу. Хайлу – это великий день сегодня. Сегодня надо ухватить то, что осталось. Это день, предопределенный быть днем радости и благословения. Это день, который дает духовную силу нам. Вот, нужна энергия человеку. Вот энергию дает сегодняшний день на целый год. Обычно люди чувствуют, как вот прямо идет подъем. Он сужает человека энергией, особенно на духовные какие-то труды. Но в эти дни я не буду говорить, кроме Балшемтова, еще различные события, но мы говорим про Балшемтова, и в Хайлу, в этот же день, когда ему исполнилось 26 лет, в небесном суде было принято решение, он раскрылся. Что еще? До конца еврейского года остается 12 дней. Как раз и по свидетельству наших мудрецов, в это время можно исправить все ошибки уходящего года. Представляете, вот эти 12 дней, проведя правильно, мы исправляем день за день месяц. И надо вдуматься в это, у нас огромная здесь возможность есть. Лишь бы надо верить и действовать. Что говорил Балшемтов, основные вещи, которые он изменил в мире? Что Бог заполняет весь мир и приближен ко всякому месту. Что вся вселенная это и духовный, и материальный мир, это проявление Бога. Что Творец заполняет своим величием землю и всегда присутствует в человеке, окружающем материальном мире. Что любовь к ближнему и оптимизм намного больше, чем истязания там, или какие-то там сложности. Надо идти улыбаясь и верить. Аскетизм уже не нужен. Балшемтов – это человек, который видел будущее. Это человек, который знал. Я встречался с некоторыми людьми, которые видят будущее. Это, в первую очередь, вот Хальбан Хайм Молочник, о котором мы рассказывали. Это еще многие люди. Но это был великий человек, который видел все. Я хочу рассказать, написано сегодня, хорошо рассказать истории про Балшемтова. Однажды он проезжал местечко неподалеку Брод. И решил остановиться на постоялом дворе. Хозяин был его хасид, он его принял с огромным трепетом и так далее. И когда Балшемтов уезжал, уже он говорит, скажи мне, что ты хочешь? Он говорит, слава Богу, говорит, у меня есть все, я хочу только одного, служить Творцу и так далее. Если так, сказал Балшемтов, то я тебя попрошу об одной услуге. Он сел, написал короткое письмо, написал, я хочу, чтобы ты передал его лично в руки тем людям, которые чьи имена написаны. Написано, увидел членом правления города общины Броды. И стояли два имени. Трактирщик говорит, я сделаю, рыбы, как вы сказали. Проводил рыбы, вернулся и вообще вылетело из головы у него как-то это все. И он забыл. И письмо забыл, и все разговор забыл. С тех пор прошло 17 лет. В жизни трактирщика наступили, как это бывает иногда, колесо жизни, тяжелые времена. Его дела пришли в упадок, и он распродал все, и, чтобы кормить семью, там, уже не знал, что делать. И вдруг он под шкафом нашел сложенный лист бумаги Балшемтова, написанный членом правления. Трактирщик вспомнил о просьбе 17-летней давности, почувствовал великий стыд, ну, рэбэ, да. И он решил срочно ехать в Броды. Лошадей у трактирщика не было уже. Телегу не на что, он пошел пешком. Пришел в город, он видит оживление большое, суматоха. Поинтересовался, что происходит. Ему ответили, сегодня выборы новых членов правления. И когда он начал расспрашивать о людях, чьи имена указаны были на письме, он с изумлением узнал, что оно адресовано двум только что в этот день избранным членам правления. Вот тут надо почувствовать, мы касаемся вечности, когда все это замкнуто и видно. Когда эти люди увидели письмо, они подумали, что это какая-то шутка, ведь Балшемтов покинул мир 17 лет назад, когда им только исполнилось по 13 лет. «Чему вы удивляетесь?» – сказал один из старожилов Брод. «Я лично знал Балшемтова. Его святой взор проникал сквозь времена, сквозь годы. Он видел все из того, что должно произойти». Молодые люди распечатали письмо и прочитали. «Новым членом правления общины города Броды. С почтением пишет там, прошу вас помочь подателю сего письма. Ибо сейчас он находится в тяжелом положении. Всю жизнь он жил в достатке, сейчас обеднел. Его бедность велика. Поэтому сделайте так, как я прошу, ради того, чтобы все изменилось». Ну вот все. Тут надо остановиться, вдуматься и понять. Это единицы посылаются таких людей, может быть, за всю историю мира. И если этот человек, вот, который сказал, что сегодняшний день готов помочь вам, он напитает вас тем, что вам нужно, он даст вам возможность выйти через 12 дней крушина, ну давайте этим пользоваться. Балшемтов, он великий.